приветствую на своем канале. Сегодня на обзорчике пульт Aeromysh клавиатура. Все в одном лице. Для различных устройств. Телевизоров, Android приставок, смарт-телевизоров и так далее. Комплектация тут простая. Сам пульт с клавиатурой. Смотрите, с одной стороны это клавиатура, а с другой обычный пульт. В нем есть встроенный аккумулятор. Заряжается этот аккумулятор с помощью шнурка USB, micro-USB. Стандартный шнурок. И самое главное устройство, USB адаптер, который вставляется в это устройство, в телевизор, смарт-приставку или какое-нибудь другое устройство. Принцип работы, как обычная беспроводная мышь. Вставляете этот переходник в устройство. После этого нажимаете кнопочку, активируете. Видите? Работает зеленый светодиод. И после этого пользуетесь или пультом, или клавиатурой. Переводите в режим аэромыши или просто режим обычный. Включаете, выключаете, регулируете громкость. Кнопочка ОК, лево, вправо, вверх, вниз. Все кнопки, необходимые для полноценного управления устройством. С этой же стороны клавиатура. Единственный недостаток этого устройства – отсутствие русской раскладки. Во всем остальном все работает четко, корректно, без замечаний. А работает этот пульт Aeromysh следующим образом. В режиме Aeromysh, как видите, стрелка перемещается быстро. Однако режим Aeromysh можно выключить и просто переключать в режиме обычного пульта. Потом я нажимаю кнопку мыши, клацаю по строчке поиска и уже запросто могу вводить любой текст, но только на английском языке. Just English. Как видим, этот пульт клавиатура Aeromysh 3 в 1 прекрасно работает, поэтому рекомендую покупки. Если видео для вас было полезным, понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы быть в курсе всех моих последних видео. А также подписывайтесь на мой аккаунт приложения Joom. И все вопросы задавайте в комментариях. Всем удачи!